İyi akşamlar babacığım. Ellerini öpüyorum. Nasılsınız? Elhamdülillah, ben demir gibi ya. Bir ihtiyacın var mı, bir şey lazım mı söyle hemen. Sağ ol babacığım. Deprem nasıl? Efendim? Deprem duydun mu? Ha, duyduk ya. Ya birkaç kişi öldü yani. Bir 500-600 yaralı var ya. Acil, kolay bir şey diye. Rabbim kolaylık versin de diyeyim. Çok zor bir şey, evet. Allah korusun. Ya Allah korusun, evet. Ne yapalım? Onun şey, maça gelen çekilir ya. Ya yine 30 kişi öldü galiba. Ben son haber dinlemedim de. Bir ihtiyacın var mı söyle kızım. Ben buradayım ya, evet Allah. Sağ ol babacığım, ellerini öpüyorum. Bir şey lazım olduğu zaman derhal bana telefon et. Ne lazımsa getiririm. Ben babayım baba. Sen bir şey istiyor musun? Evet, sağ olasın. Hadi iyi akşamlar. İyi Size sağ akşamlar olun. babacığım, ellerini öpüyorum. Sağ olun, var olun. Привет, ребята, из Стамбула. Как ваши дела? Как настроение? Да, блин, в наушниках, но без микрофона. Сидит ребенок. Ага. Математика сегодня у них. Ага. Ладно, говорит, не мешай, мамка. Не мешай, говорит. Надо кормить мальчиша. Трилечи он и не попробовал еще. Он же заснул. Попробовал. Попробовал? Ага. Вкусно? Ага. Карамельный соус тебе как? Как всегда. А? Как всегда? Да, у меня что-то развития нету. Да? А Аби говорит, это самый вкусный трилечь, который ты делала. А я говорю, так я каждый раз слышу. Ой, ладно, сынок, работай. Я что там? Бды-бды, блин. Бюль-бюль-гиби. Пойдемте, ребят, на кухню. На кухню. Я сама, если честно, еще... А, непонятно. Понятно. Они тут это подъели. Айден спит. Айден ночью сидит, играет, режется в доту. Мальчики, вы в доту режетесь? Там чего только не наслушаешься, каких только. И по-русски. И по-английски, и по-турецки. Он только успевает. Только успевает шпрехать. Может, апельсин съесть? Ой, селедку буду. Сейчас картошку пожарю. Картошку пожарю. Айден любит кофе. Он еще в поисках кофе. Он в поиск. Он многие сорта попробовал. По офисам же разных. Поболтался. Ну и дома муж покупает хороший кофе. Муж сам любит кофе. Он хороший покупает кофе. Ну, Мехмед Эфенди тоже пьет. Айден нет. Когда уже ничего нету, тогда Мехмед Эфенди пьет. Ой, я тут. Ну, как обычно, короче. Вышиваночки типа. И платочек завязала. Чтобы не так колбасилась башка. Кофемашину вытащил. Картошку надо пожарить. Сейчас, ребят, я. Короче, что у меня сегодня будет? У меня капуста есть. Ну, капусту только я буду. Может быть, если Октай там пару ложек съесть. Ну, там одна порция. Сама собрана. Пельмени у меня есть. Пельмени надо сварить. Что-то мальчиши про баранью ногу рот не открывают. Я у них спрашиваю. Чайник поставила, сейчас вода закипит. Пельмени сварю. Потом, ну это мало, это на одного человека. Это одному туда. Там у меня еще есть эти пельмени, покупные. Это-то я сама налепила. Покупные пельмени у меня есть. Ну у меня есть селедка, свекла есть. Мне как бы кушать-то есть. Мне мальчишей надо кормить. Селедку, свеклу только Октай ест, селедку, если Айден, по-моему, он сейчас уже тоже ее не ест. Раньше ели, я же вам показывала, только когда начала делать селедку, мальчиши ели. Сейчас нет, сейчас что-то они не хотят. Носы крутят. Если Октай смузи свое не съел, придется мне доесть. Сейчас улицу покажу. О, холодно, ребята.
Холодно. Ну я помыла. Вроде ничего. Ферри помазала. Ой, как эти пахнет. Пирожными, ванильными какими-то. Ой, какой запах, ребят. Хурмы навезли много. Смотрите, хурма много. Апельсины. О, апельсины уже 11, что ли, стали. Не вижу отсюда хорошо. Зато мандарины, по-моему, подешевле стали. Ну, в общем, не вижу я отсюда. Гранаты давно есть. Ашуры бы я бы покушала. Кто бы сварил ашуры? Мы бы с мужем покушали, а больше никто кушать не будет. Апельсины, вон, видите, несколько сортов. И для кушания, и для выжимания сока. Яблоков много. Яблочек много. Виноградик вот подвезли зелененький, видите? Октавию перчатки нацепил что-то. Строго стало, ребят. Строго. Говорят, в ноябре-декабре закроют, но это только на русских сайтах. Туркия закроется, типа. Но это только на русских сайтах. На турецких ничего нету пока. Сказали, скажем. Вот ждем. Тут точное количество, число заболевших мы не знаем. Нам только обещают сказать. Пока мы ничего не знаем. Министр здравоохранения пока, вот именно на сегодняшнее число, пока не озвучил. Мы не знаем. Ой, как вкусно пахнет, ребята. Обалдеть, как вкусно пахнет. Ой, картошка горит. С мужем же разговариваем. Я говорю, вот такие вот на русских, ну, в смысле, русскоговорящих сайтах. Вот так вот написано. Я, если честно, хочу, чтобы ввели комендантский час. И чтобы дети... учащиеся учились дома. И, соответственно, работники на дому тоже работали. Я это хочу. Пусть ведут комендантский час. Потому что в связи с холодами, естественно, начался вот этот рост больных. Понимаете, расслабились. Народ расслабился. Курорты съездили. Я хочу, чтобы мои дети дома сидели. Занимались дистанционно, работали дистанционно. Я хочу. Муж все равно не сможет приехать на Новый год. Карантин 14 дней будет. А он не сможет 14 дней находиться на территории Турции. Поэтому он так и так не приедет. Виза у него на год. Поэтому он там будет сидеть. В общем, базары всякие. Мы на базары не ходим, так как в магазинах покупаем. В магазине, вы видели, затарились, можно сказать, на неделю. И все. Ну так. В принципе, нам ничего не надо. Мы затарились на неделю, купили себе... манты, куриц всяких. Ну, хорошо. Фрукты, овощи можно, конечно, вот в нашем люксовом магазине подкупить. Через дорогу перебежал, вот так надо, купила. В крайнем случае, корзинку можно купить с веревкой. Наличка у меня есть, мне муж оставил. Ну, я ее и не трачу. Мне эта наличка нужна, знаете, для чего? Воду купить, так как... Воду купить и КПЧ заплатить. 20 лира вода или 25, так я точно и не запомнила, и 25 лира КПЧ отдала, плюс еще 5 лира за детержент она взяла. Теперь, наверное, будем каждый месяц на детержент давать дополнительно. В общем, 30 лира КПЧ, уборка лестничной площадки, подъезда, и 20 или 25 лир вода стоит. Все. Вот и вся наличка. Так особо мне не нужно. Ну, на транспорт мы Акпиль заряжали. Акпиль, вот этот транспортный, проездные. Мы же ездили с Октай, заряжали. Тоже наличка нужна была. Все, больше нам не нужно. Ох, сколько цветов пообрывали.
соседки-то. Прям с корнем выбрасывали вон, смотрите. Воронье. Воронье, видать. Ой, сейчас надо помешать манты. Айден говорит, я не хочу манты. Я, говорит, не буду. Ему надо курицу делать. Надо спросить. Ну, сейчас поставим, перекусим. Все, в принципе, картошка готова. Сейчас еще тут поставить. Сейчас я вам цветочки покажу. Сейчас у Айдена спросим. Курицу ему делать. Айден! Айден! Да. Курицу делать тебе? Курицу делать? Да, может, не пойду. Куда? В спорт. Ну, в спорт не пойдешь. Кушать, я говорю, что будешь. Курицу не надо делать? Если не пойду, не надо. А, ты... Ну, картошку я пожарила, манты сварила. Ты будешь манты? Хрен поймешь себя. Манты сварила, тамам. Будешь? Нет. Сварила? Манты сварила? Тамам. Будешь? Нет. Нет. Нет, конечно. А чай будешь? Чай будет. О, какая красота! Ничего не будет, мальчиш. Мальчиш, ничего не будет. А мы с Октайчиком будем. Да, сынок? Сейчас вам цветочки покажу. Ух, манты, манты. Манты надо огонь уменьшить. Цветочки. Воронье это. Прям, смотрите. Воронье. Вон, видите? Побросала сколько цветочков. Вон, с корнем у нее все. Видите, болтаются цветочки. Может, дома их нету, а может, дома. Увидит. Увидит, посмотрит и ахнет. Побросала. Воронье. Вот такие вот дела, ребят. Сельдерей какой отличный. Смотрите. Кальраби, да, это капуста. Я тоже прогуглила. Это капуста с репой. Ну, не знаю, редька. Мне вот прям и запах, и вкус редька, и редька. Я не жарила. Потому что у нас не пошла, короче, эта кальраби. Не пошла. У нас сельдерей-то, корень вот сельдерея рядышком лежит. Средийская, вон там свекла. Свекла стала продаваться. Хорошо. Каштаны вот в мешке лежат. Ой, сейчас запах невкусный. Какой-то резиновый. Фу. Резина паленая какая-то. Запах пошел. Резина паленая прям. Вонища. Тучи сколько. Сколько туч, видите, ребят? Дождь будет. Тепло на улице. Ветра нету. И влажность. Люди вон идут. В куртках. Не, в куртках я еще не могу. В легком жакетике только. Ладно, давайте покушаем. Все, ребят. Приятного аппетита. Кушаем. Мальчиш кушает. Ой, прям говяжий фарш пахнет. Это помидорный салат. Ты будешь один? Не будешь? Октай, ты будешь помидорный салат? А это лук. Вот три лечи. Каймак с медом. Свекла. Селедочка мне. Свекла с йогуртом. Картошка жареная с суджуком. Оливки, помидорчики, хельва. Тулум. Фрукты. Манты. Спросила, манты будешь? А-а. Манты варить? Анне салья. А там про... Приятного аппетита. У вас бывает такое, ребят, когда вы какое-то новое блюдо? Ну, наверное, это больше к девочкам моего возраста ближе, да? Ближе и старше. Когда вот у вас семья, уже вы знаете вкусы ваших домочадцев. Кто что любит, и вы уже подстроились под них. Вы знаете, кому что нужно приготовить, что у вас пойдет, какое блюдо, какое не пойдет, да? Это я вот про... Я вам кальраби же показала. И мне Лейла
Привет. Обнимаю. Посоветовала во фритюре обжарить. Вот эта капуста есть морская, такая, как дерево. Не брокколи, а белая. Брокколи зеленая, а вот это. Октай, у тебя уроки? Нет, что? А то я болтаю. 10 минут осталось. Ну, за 10 минут я уложусь. Дай бог. Короче, во фритюре же жарят. У нас вот не идет эта капуста. В Ташкенте мы жили, в ресторан придем, муж закажет. Я говорю, ну дома же можно это сделать. Зачем ты? Ну вот хочется. Дома сделаешь, не ест. Мальчишке как-то 2-3 года назад Октаю очень понравилось. Ну буквально я каждый день, дня 2-3 я сделала подряд. Мы покушали, уже Октай накушался. Октай мог всю тарелку умять. Ему очень это понравилось. И все. Ну, муж поклевал. Айден вообще такое не ест. Мне, ну, есть буду. А если еще кто-нибудь это бы мне приготовил, я бы вообще за милую душу. Только за ушами бы трещала. Короче, у нас не идет. Вот много в комментариях я... Бывает, когда что-то показываю, вот это можно приготовить мне. Девочки, мальчики пишут, что вот это вот... Даже под старыми видео пишут, что вот так можно было сделать, вот так можно было сделать. Можно, но не факт, что у нас это пойдет. Понимаете? Что так я выброшу, что я приготовлю и тоже выброшу. Ну а куда девать, если не едят? Куда? Самой давиться? Тоже не буду. В своей любимой позе сижу. Ну, люблю я вот так вот сидеть. В ресторанах, естественно, в кафе так не сядешь. В машине на заднем сиденье тоже так сижу. Сниму кроссовок, ногу засуну. Даже впереди, если долго ехать. Впереди или спереди, как это? Переднее сиденье рядом с водителем, когда я сижу. Если долго ехать, я тоже сниму вот так и сижу. Мне нравится. Короче, вот такие вот дела. Все. 3 лета сама все умела. Вот этот огромнейший кусок. Я сама все умела. Очень вкусно. Очень. Кекс, он за ночь в холодильнике постоял, еще больше пропитался. Не могу сказать, что он мокрый прямо, он влажный. Влажный в меру, полностью пропитался, весь полностью. Снизу даже побольше влажности, так как вот эта вся жидкость уходит же вниз. И нету такого, что плавает он, такого нету. У нас вот баклаву, например, когда плавает в сиропе, у нас так не любят в нашей семье. Кто-то любит. У нас нет. Не любят плавающую баклаву в сиропе. Вообще, все, что плавает в сиропах, не очень у нас. Как-то вот видите, вкусовые пристрастия вот эти. Даже внешний вид блюда очень сильно влияет. Я говорю, закрой глаза и ешь. Нет, говорит, мне нравится. В общем, вот так вот. Ладно, кола Ясен, сынок. У нас это. Ну, у мужа же друзей много, это у меня. Нам, женщинам, сложновато с подружками. Не знаю, как вам, девочки. Сложно. Сложновато. Короче, у мужа друзей много. Значит, один друг, он в Англию уехал. Я не знаю, вам рассказала, не рассказала. Может, это потом. Потом, может, расскажу про мальчика, как он в армии служил. Короче, ну, будет повод, расскажу. Короче, Алибей уехал в Англию. Но он говорит, что дети не хотят здесь жить. А турецкая, и жена турчанка, и муж турок. И, значит, в Англии уже 2 года они там. Ну, вид на жительство, потом гражданство получит. И, значит, ему там скучно.
одному. Вот он блатует. Моего мужа блатовал. Вот не поверите, мы же ходили. Мы ходили, он собрал документы. Собрал, писал анкеты. Потом что-то у него там не получилось. Ну, чтобы точно было, он заплатил $2000 одному. Ну, фирма, которая помогает вам анкеты вот эти заполнять. Ну, как сказать, на иммиграцию, можно так даже сказать. И он заплатил, и ему написал, мальчик помог. Он говорит, я смотрю, а я, говорит, уже все составил, ну, чтобы 100% было правильно, чтобы не отказали. Я, говорит, заплатил, и вот он мне это сделал. Я, говорит, смотрю, что я-то молодец оказался. Можно было и эти денежки-то и не платить. Я говорю, ты всю жизнь вот так себе не доверяешь. Не доверяешь себе. И, в общем, вкусно. Да, да. Покушай. Что у тебя настроение такое? А, ты треличи кушал? Ой, молодец. Вкусная, да? Шикарная. Пропиталась так. Прям шик-модерный сбоку бантик. И, короче, мы ходили. Куда мы ходили? На собеседование, там спрашивали. Она спрашивала на турецком языке меня. Чё-то какие-то вопросы задавала. Я говорю, а вдруг я неправильно отвечу? Там такая кабинка со шторочкой, ну, как, знаете, как ширмочка, короче, подряд вот так кабинки стоят. И вот так вот, не дверь, шторочкой. Как в ванной комнате, вот так вот, шторочка. Вот не вру. Октай пошел. Айдына нет, потому что он же уже все. Большой мальчуган, он должен сам. А это вроде как муж и его семья. Я и Октайчик. Ходили мы. И, значит, это загранки сделали. У Айдына есть загран, только ему надо... А, Айдын, тебе надо же загранпаспорт продлить. Загранпаспорт продлить. Зачем? Ну, ладно, потом пообщаемся на эту тему. И, короче, у него на 5 лет. А, баба сказал, пока ты студент, тебе надо там какие-то нужно сделать. Это нужно с бабой пообщаться на эту тему. Пока, типа, студент, что-то какие-то там преимущества, льготы какие-то он имеет. Это надо с мужем вечером пообщаться, спросить. Надо воспользоваться этими. Льготы пока есть. И, значит, ну тоже же платить. Там 5 лет столько стоит. Бывает, что за 2 месяца вы заплатите, как за 5 лет. Угу. И, значит, пошла. А Октайчик зашел. Потом мужа позвали. Потом меня позвали. И в разные все кабинки. И я думаю, ой, блин, сейчас как что-нибудь спросит. Ни хрена не пойму. Мотну, а может нет, надо говорить. А, и еще там, знаете, что интересно? Она говорит, посмотрите вон туда, в камеру, короче, посмотрите. Надо, чтобы лоб был открытый, по-моему, и уши, да. Лоб и уши, чтобы открыты были. Она говорит, поправь вот так за волосы уши, ой, за уши волосы. И лоб. Ну, у меня это, челки же не было. Я вот так вот сделала, и все. Как бы, как вот так. Машенька как стала. Она говорит, смотри туда и не улыбайся. А я же не поняла, ну, я же не знала, что это фото будут делать. Я ж первый раз на таком мероприятии. Она говорит, не улыбайся. Ну, я сижу серьезно. А мне смешно, ржать хочется. Она тоже смотрит на меня, улыбается. Я говорю, комик тебе. Она говорит, валла. Короче, и тут муж зашел, говорит, ну что, справилась? Я говорю, да, поржали еще. Ну, говорит, ну ты можешь. Ну, короче, мы вышли. И у нас не получилось ничего. Нам отказали, знаете почему? Потому что там надо было предоставить $30,000 на счет. А братишка дал. А нужно написать
Ну они же там все-все. Фу, там вплоть до трусов, блин. Все, все надо писать там. Там, блин, целое это, целый том. В Англию. И, короче, это. Ему отказали в связи. Там вот этот консультант именно по Турции. И вот Алибей говорит, у меня тоже, говорит, первый раз отказали, и именно вот этот человек. Потом, говорит, второй раз я подал заявку, анкету, вот это тоже все ходил, все собирал. И говорит, это, меня приняли, и другой, говорит, уже был. Другой, говорит, был. Может быть, когда вторично подаешь... Ну, короче, нам отказали, потому что там же все, счета, все-все-все досконально. Там, короче, не шутка. И это сказали, что ты же, говорит... Счета предоставляешь, там все, все проверяется. Ты же, говорит, эти деньги... А, где ты взял эти деньги? Там же в анкете все пишется. Ну, муж честно написал, братишка, да. А где, говорит, гарантия, что братишка потом ты приедешь в Англию, а обратно не заберет? Обнулится твой счет. Понимаете? И потом ты будешь... На что ты будешь существовать в Англии-то? Короче, вот эта причина была, ему отказ дали. И я думаю, ну и... А мне, знаете, если честно, девочки, я думаю, ну и слава богу. Один здесь один будет, там и там где-то. Я так не могу. Я хочу все вместе. Вот так вот, девочки. А теперь Алибей опять зовет. А муж говорит, ну, сейчас, говорит, вещь такое, время. А друг у Алибея... Как-то его зовут, не помню. Как-то его зовут. Не помню, короче. Я его тоже видела, знаю. По Ташкенту я его еще знаю. По Ташкенту я его знаю. Что-то там я ему продавала. Уж не помню, что. В нотариальную контору мы ходили в Ташкенте, и мы с ним там познакомились. Это уж сколько лет прошло? Лет 17, наверное. Может, 15. Ну, 15% лет назад. В Ташкенте, в нотариальной конторе мы с ним встретились. Ну, муж, естественно, и это. Ой, ну я тогда, ух, дама была. Ух, ух, конфетка. Ну, я и сейчас ничего. Да я всегда красавишна, я же говорю вам. Шапокляк стамбульская. И, короче, он говорит, его жена, он, они в Анталии. В Анталии они жили. Ну, это все Алибей. Помог им недвижимость там приобрести. Из Анталии. У них и в Ташкенте есть недвижимость, и в Анталии есть недвижимость. И вот сейчас в Англию жена уехала. В Анталии у жены был салон красоты. Парикмахерская, короче. И сейчас, говорит, она салон красоты, вот эту парикмахерскую, в Англии открывает. Уж какой город! И город же он называл. Не помню. Ну, в общем, не важно. Не важно, какой. А самой интересно, какой город, блин. 100 раз спрашивала, 100 раз он мне говорил, а я все забываю. Значит, неважно. И говорит, салон красоты открывает. А сам мужик пока не едет, только жена. Жена поехала и там бизнес открывает. Алибей ей помогает. А Алибей-то... У него жена турчанка, но она то приедет, то уедет. Ей, короче, она в эти дела не встревает, потому что у них здесь много недвижимости у Алибея. И в Анталии тоже есть эти виллы. Он там немножко что-то продаст, потом что-то еще купит. Ну вот, чтобы недвижимость какая-то была в запасе. И, в общем, она ходит вечно, их убирает, сдает там. Короче, жене Алибея английские штучки неинтересны. Я говорю, а может, она-то, а язык-то она знает? Нет, говорит, не знает язык. Жена Алибея. Я говорю, а это знает? Нет, говорит, тоже не знает. Я говорю, ну, надо же. Молодец. Я говорю, вот мне бы туда. А он говорит, вот, говорит, ну, он-то меня знает, он мои котлеты кушал. Он говорит, тебе надо КФТЖ открывать срочно. Я говорю, да здесь на каждом углу мои КФТЖ не пойдет. Он мне говорит, вот когда Англия стала наклевываться, говорит, о, говорит, я говорю, о, мы с Алибеем, за как замутим там кефтеджи, да лахмаджун, да. Алибей тоже по кухне шарит. Но с ним невозможно. Он такой спорщик. Он такой спорщик. Ну, мне кажется, я его сниму-то. Не знаю, я с ним
есть, когда общалась, нормально. Я там, а сама свои дела делаю на кухне. Да-да, говорю. Ну, я его алибей. Он говорит, что ты меня алибей? Аби-зови. А мне что-то как-то. Что-то как-то. Думаю, какой ты мне аби? Ну, брат типа. Как-то господин Али, думаю, кто зваться. В общем, это. Что он говорит? Мы, говорит, сделаем какой-нибудь. Я думаю, я там как развернулась бы, девочки и мальчики. Мне кажется, у меня бы попёрло. И кёфтэджи, и... Да, и элементарно пиде вот это делать. Разнообразные. Какую-нибудь коморочку, лишь бы, чтобы это... Ой, я бы как это... Окошечко, как в советское время-то. Окошечко, пирожки, горячие пирожки. О, я бы как развернулась. Честно, я бы и днем, и ночью там их штамповала. Да мне без разницы. Там, говорит, мясо дешевле в Англии. Дешевле в Англии мясо, чем в Турции. Представляете? Ну, говорит, готовая еда, те же вот эти пирожки, дорого. В Голландии братишка живет. Я посмотрела. Сколько? 6 евро один блинчик с мясом в русском ресторане. Я охренела. 6 евро с икрой. Ну, там икры-то сколько нужно. 6 евро. Я говорю, нифига себе, от меня бы туда. Не берет братишка. Не берет. Боится, что разбогатею, богаче его стану. Он же у нас богатый, о, богатый братишка. А я ему намекала. Он уже разговаривать не хочет со мной. Все, боится, что я опять его в оборот возьму. Ну, короче, когда бедные были, нужна была. Показала же вам, приходили, я их угощала блюдами. А сейчас вот такая же и катавасия во всем мире. Видите, в гости так друг другу хрен. Опасно, боишься ходить. С масками сидишь. Что это за гости? Рот на замок. Сейчас не до гостей. Ну, мне кажется, я бы... Ой, я бы столько бы... Я говорю, я бы тебе столько деньжат заработала. О-о-о-о. Уже бы мультимиллионерами стали. Ну, первый шаг очень сложный. Очень сложный. В общем, вот такие дела. Девочки, опять наболтала, мальчики. 13 минут. Ох, блин, балаболка. Собираюсь с Айдынчиком пойти в магазин, ребят. По поводу комментариев. Девочки, в комментариях не ругаемся, ребят. Просьба. Фасоль, Айдын, бери. Фасоль. Куру фасоли есть в холодильнике. Нет. А что? Сосиски, рис. Не ругаемся с той целью, что замечание по поводу грамматических ошибок. Ребят, мой канал о жизни в Стамбуле. Вы не забывайте. О жизни в Стамбуле. По статистике в аналитике моего канала, мой канал смотрят как граждане России, так и граждане СНГ. Узбекистан на первом месте. Салют. Салют, земляки мои. Понимаете? Казахстан, Кыргызстан. Также Украина. Беларусь смотрит. Может быть еще. Но это маленький очень процент. Поэтому аналитика. У меня же еще начинающий канал. Аналитика пока еще не это. Не удивлюсь, если и Таджикистан смотрит. И Туркменистан смотрит. Понимаете? Поэтому, пожалуйста. У меня канал... О жизни русско-турецкой семьи, замужем за турком, то бишь я, живущих в городе Стамбуле. А не о грамматике русского языка. Поэтому не цепляемся к людям, девочки. Будьте корректны. Замечания, если нужно будет, я сама поправлю. Изначально на стримах мне человек задавал, что я типа по-русски неграмотно пишу. Я сказала, пиши как хочешь, даже латинскими буквами можешь писать, если тебе тяжело. Поэтому не нужно такие.
По поводу того, что иногда у некоторых исчезают комментарии. Объясню. Я вижу там в уведомлениях, что ваш комментарий не прошел. Но в спаме его нету. По какой причине? Хороший был комментарий, Лейл. Я не знаю, я его скопировала, что могла, выставила. Потом другой комментарий, также Лейла Эфенди. Короче, ругательские слова, даже через собачку, если вы пишете, они не проходят. Они либо в спам уходят, либо уходят в какую-то другую это, категорию. И у меня эта категория не открывается. Поэтому, короче, без ругательств желательно. Хорошо? Либо мимо проходим. Конечно, это видео по поводу землетрясения набрало много просмотров. Казалось бы, что там такого я сказала? Я показала вот Стамбул, вечерний Стамбул. Что сказали по новостям турецким, местная, Хабер, а, сын говорит, маску сними. Да я такая, это, страшная. Найдут же комментаторы, что это. Очкарик, шапокляк из Стамбула. Ничего я не сказала, и что я переживала за Фатиму. Все. И там как понеслась душа в рай у некоторых. И задизлайкали мое видео. Капец. Короче, пойдем сейчас в магазин. Список я составила. Уже вам много чего наболтала. Давайте в магазин сходим. По улице там пройду. Спокойно, тихо, нормально. Солнечно, даже солнышко вышло, да, сына? Ну, телефон показывает плюс 13. Не знаю, на солнышке-то, конечно, потеплее. Без солнышка, видать, плюс 13. Не знаю. В общем, пойдем, ребят. Бюречек подъели, молодцы. Не знаю, чем кормить мальчишей. Светлая память погибшим. Под руинами, под завалами. Сколько человек еще осталось? Раненым, выздоровление. Всем нам ангела. Пусть нас всех Господь сохранит. Это же такое дело, что... Ладно, ребят, пошли в магазин. Собираюсь с Айдынчиком пойти в магазин, ребят. По поводу комментариев. Девочки, в комментариях не ругаемся, ребят. Просьба. Фасоль, Айдын, бери. Фасоль. Куру фасоли есть в холодильнике. Нет. А что? Сосиски, рис. Не ругаемся с той целью, что замечание по поводу грамматических ошибок. Ребят, мой канал о жизни в Стамбуле. Вы не забывайте. О жизни в Стамбуле. По статистике в аналитике моего канала, мой канал смотрят как граждане России, так и граждане СНГ. Узбекистан на первом месте. Салют, земляки мои. Понимаете? Казахстан, Кыргызстан, также Украина, Беларусь смотрит. Может быть еще, но это маленький очень процент, поэтому аналитика, у меня же еще начинающий канал, аналитика пока еще не это. Не удивлюсь, если и Таджикистан смотрит, и Туркменистан смотрит, понимаете? Поэтому, пожалуйста, у меня канал о жизни русско-турецкой семьи, замужем за турком, то бишь я, живущих в городе Стамбуле. А не о грамматике русского языка. Поэтому не цепляемся к людям, девочки. Будьте корректны. Замечание, если нужно будет, я сама поправлю. Изначально на стримах мне человек задавал, что я типа по-русски неграмотно пишу. Я сказала, пиши как хочешь, даже латинскими буквами можешь писать, если тебе тяжело. Поэтому не нужно такие. По поводу того, что иногда у некоторых исчезают комментарии. Объясню. Я вижу там в уведомлениях, что ваш комментарий не прошел. Но в спаме его нету.
По какой причине? Хороший был комментарий, Лейл. Я не знаю, я его скопировала, что могла, выставила. Потом другой комментарий, также Лейла Эфенди. Короче, ругательские слова, даже через собачку, если вы пишете, они не проходят. Они либо в спам уходят, либо уходят в какую-то другую это, категорию. У меня эта категория не открывается. Поэтому, короче, без ругательств желательно. Хорошо? Либо мимо проходим. Конечно, это видео по поводу землетрясения набрало много просмотров. Казалось бы, что там такого я сказала? Я показала вот Стамбул, вечерний Стамбул. Что сказали по новостям турецким, местная. Сын говорит, маску сними. Да я такая, это, страшная. Найдут же комментаторы, что это. Очкарик, шапокляк из Стамбула. Ничего я не сказала, и что я переживала за Фатиму. Все. И там как понеслась душа в рай у некоторых. И задизлайкали мое видео. Капец. Короче, пойдем сейчас в магазин. Список я составила. Уже вам много чего наболтала. Давайте в магазин сходим. По улице там пройду. Спокойно, тихо, нормально. Солнечно, даже солнышко вышло, да, сына? Ну, телефон показывает плюс 13. Не знаю, на солнышке-то, конечно, потеплее. Без солнышка, видать, плюс 13. Не знаю. В общем, пойдем, ребят. Бюречек подъели, молодцы. Не знаю, чем кормить мальчишей. Светлая память погибшим. Под руинами, под завалами. Сколько человек еще осталось? Раненым, выздоровление. Всем нам ангела. Пусть нас всех Господь сохранит. Это же такое дело, что... Ладно, ребят, пошли в магазин. Ребят, наряд же покажу свой. Никто же не покажет. Одела пиджачок же у меня еще есть такой. Он легенький, как жакетик. Столько барахла, носить некуда носить. Вот так вот сделаем. Джинсы рванье одела, Айден. Как у меня мальчики мой вид? Сыновья сейчас оценят. Кроссовки свои черные одену. Ремень не одел. Мальчики, как Октай? Нормально? Ага. Мы когда с тобой в магазине были, мне написали, 35 вам можно дать. 35, говорит. Молодцы. А сын зажал. Пятерку набавил. Одна написала. Посмотрела несколько ваших видосов. Не могу сказать, что что-то там интересное. Ничего. Странные впечатления возникают при виде ваших видосов. Ничего такого особенного нету в ваших видео. Но вы, говорит, очень смелая. Вы показываете то, чего бы я показать не смогла. Молодец. Браво вам за смелость. Молодец. Так что, ребята, я смелая. Как говорится, танки грязи не боятся. Вперед, магазин пошел. Почапаем магазин. Октайчик, ты не пойдешь? Октайчику не надо. Уж я-то никуда не выхожу. Октайчик вообще никуда не выходит. Все, ребят, пошла в магазин. Айден там одевается. В подъезде прохладненько. Прохладненько. Что-то мусора много. Ветром, видать, надуло. Ну, никаких этих нет. В куртках людей тут вон. Короче, ребят, и так страшно жить. Жить страшно. Муж уехал на заработки. Мы тут с ребятнёй. За ребятню переживаю, за мужа переживаю. Еще буду за ваши комнаты переживать. Вот мне больше делать нечего. Вы что? Ой, блин, дорогу надо переходить, ребят. Короче, не ругаемся, ребят, пожалуйста, прошу вас.
Где там Айден? Идет, не идет. Айден еще не идет. Давайте я в магазин зайду. Видите, все работает, ребят. Все работает. Капуста вон по килограмм 99. А штучно? Вот, 99. А штучно 3,99. Где Айден? Не идет еще Айден. Какая красивая пальма. Смотрите, ребят. Красота. Вон детворе в перчатке одели. Эльдивен. О, ветер какой холодный. В пиджаке холодно. Хорошо, что я октачку, куртку купила, ребята. Ну, давайте пойдем в магазин. Что ждать? Плохие, не надо их. Уговариваю на котлеты. А где 18 лир? Не вижу. Ищи 18 лир, когда есть. Инджи дана козу. Вот 17,95. 18 лир 500 грамм. Значит, 34 лира стоит килограмм. Ну, а что, одну коробочку возьмем? Они плохие, не надо. Вкусно. Ну, что это плохие? Нормальные. С сыром. Невкусные вообще. А ты пробовал? Да. Когда? Как бимские они такие же. Какая разница? Ну, дана бюрек тогда. Не надо бюреки. Толстеем, хватит. Лахмаджин. Да, да, лахмаджин. А? Нет. Ты же не кушаешь, ну ты же кушаешь вообще. Вот, да. Видите, Лейла. Айден услышал ваши просьбы. Значит, что еще купим? Я не знаю. Не надо ничего. Рыба есть у меня. Мороженое есть у нас. Лукум есть. Мы уже сумок вон набрали. Видите, сколько много. Хожу, еще по списку не все взяла. Лимонную кислоту надо, соль, манку надо. Мокрые салфетки, хаву. Ладно, ребят, надо брать, не стоять на месте. Девочки, смотрите. Двуспалка, одеяло, бамбу. 100 лир почти. Хорошая, хорошая, девочки. У меня одно такое есть, хорошая, толстая она. Хорошее, большое. И эти ястык, подушки 50 на 70, 15 лир. Дороговато. Дороговато. Ну, хорошие вот эти подушки у меня тоже есть. Ой, короче, хожу сумками. Набираю. Ребята, как я устала. Вот я три сумки притащила и туалетную бумагу притащила. Айден остался в магазине, потому что... Ой, полная раковина, блин, тарелок. Мальчишки еле набросали. Потому что одну сумку мы в стороночке поставили и забыли про нее. И там нас в магазине же знают. Говорят, ваша сумка? Конечно. Конечно, наша. А где, говорит, Аби? То Аби каждый день приходил. По несколько раз. А то его нету. Мы говорим, Аби работает. Ушел работать. Ой, говорит, привет передавайте Аби. Короче, ребят, что купила? Халука я не купила. Туалетную бумагу купила, мокрые салфетки купила, кашу купила, орехи купила, семечки купила. Бюрек шпинатный я показала, нету. Жидкость я нашла, купила. Недорогая жидкость, кстати. Около 4 лир там, 3 с курушами. Чиф, крем вот этот, микс я купила. Шампунь купила, лимонную кислоту купила. Соль купила, манку нету. Сосиски купила, хлеб купила, солча купила, мешки купила, сумок купила, уксус купила. Соус. Что за соус? Я что-то не поняла. Соус, короче. Айден пришел. Айден еще 3 сумки должен принести, по-моему, или 4. Молоко купила, йогурт купила, курицу купила, крема, сливки купила. Крем-шанти не купила. А его там и это нету. Такой, который мне нужен. В шоке нету, это в Биме. Яйца купила, колбасу купила. Все. Две только. Или три? Две. Ой, три. А? Две. Три? Три еще. Куриц не было много. Не было курей. Две только я купила. Там впереди очередь. Вся рассосалась, мы когда уже к очереди подошли.
вся очередь рассосалась. Одна женщина. Ну все же в маске. Все маски. Это одна женщина. Она... Я иду, ну, говорю, скажи женщине, кассиру, пусть эта женщина, если идет, то идет, а то у нас же много. Мы же с Айдыном по-русски. Она услышала. Ну, она, знаете, похожа на армянку. Я же сказала, что здесь армяне у нас живут, две улицы подряд. Похожа на армянку. Она из глубины, из Махали. Она нам спасибо сказала по-русски. Я говорю, о, вам говорю спасибо. Все, все, буду мыть сейчас. Мыть. Ну вот, Айдын сюда все поставил. Набрали, короче. Чай на скидке там я взяла. Пригодится, и вернел взяла. В общем, это, хлеба набрали, уксуса я набрала. Набрали. Сколько получилось? 70 лира второй раз Айдын заплатил. И первый раз около 400 лира. Около 400 лира. Все. Йогурт, там две курицы. Чаев набрали они, мальчиши. Чаи да колу. Все. Все, надо все это мыть мне сейчас. Все. Помаду себе купила. Вытащила из упаковки. Мешки тоже достала из упаковки. Здесь что у меня осталось? Каша осталась, чай остался. Пусть лежит, пока это не нужно. Печеты остались, салфетки. Тут всякие семечки тоже эти. Чипсы такие. Ну, в общем, печеньки, крекер. Две курицы я тоже потом управлю. Все эти сумки пустые надо отнести. Пол здесь надо помыть и коврик помыть. Мешков на это мусор насобирала. Йогурт помыла. Яблоки пусть в уксусе постоят пока. В уксусной водичке. Колбасу все это помыла. Яйца 30 штук сложила. Все убрала. Липтон чай мальчиши уже начали пить. Все это вернел по скидке. Вот. В общем, в общей сложности вот это вот все. 480 лира. Все, что я вам показала. И шоколадки еще 4 штуки. Все, мальчиши начали кушать. Пляв, сосиски уже подъели. Куру, фасоли тоже там чуть-чуть осталось. Все. Нужно все складывать в холодильник. Я, блин, уже спать легла. Спать легла. Айдын подходит, говорит, мама, а эти курицы, говорит, не испортятся? Испортятся, конечно. Я тут уже поставила пастирушки. Испортятся, конечно, их надо это. Вот, дурунделовна, блин. Надо их разделать, эти курей-то. Морозилку поставить. Айдын говорит, давай я в морозилку поставлю. Нет, говорю, ты что? Их надо это. Сейчас я их разделаю. Не спишь. Ой, Айдынчик, а ты помнишь, у нас был Арамчик, друг твой, да. В Ташкенте-то? В трусами был. У него папа-то был азербайджанец, ты знал? А мама армянка. Ну, мы его вроде как Арамчик же его звали. А папа у него азербайджанец был. А еще у него старший Абижи был, брат. И потом еще Карина, сестра. Уж старшего брата не помню, как звали. Он в институт поступил. А еще дочка, это была у них средняя дочка, Карина. А третий вот Арамчик. Они с Айдынчиком. Он на год, по-моему, младше тебя был. Да? Мне кажется, на. Но он такой, хомячок такой был, помнишь? В трусах, говорит, всегда гулял. Вот они тоже бежали, когда в Карабахе вот эта вот первая волна была. Они бежали оттуда. И еще у свекровь и свекр были. Они все, у них была четырехкомнатная квартира на первом или на втором, по-моему, этаже. Сама, как-то ее звали, блин, в голове крутится, забыла. Она торты делала на заказ и продавала. Забыла, как ее звали. Забыла. А муж у нее работал на Мустакилик в какой-то администрации. Что-то он там. Ну, он, короче, шишка был.
ты не помнишь, конечно, у них машина «Волга» была. И вот когда старшему сыну, он школу закончил, надо было в институт поступать. Как же ее звали, блин, забыла. И она, ну, а мы же сидели там, маманьки-то, на скамеечках. Помнишь, баба нам скамеечку сделал? Скамеечку, не помнишь? Помню. Мы там сидели, и она говорит, ой, переживаю, говорит, старшему сыну надо поступать. А муж говорит, давай «Волгу» продадим. А сын говорит, ну, нет, говорит, отец. Он на «вы» разговаривал. Их вот эти дети, старший сын, Карина и Арамчик, маму и папу на «вы» называли. У них такие были правила семьи. Ну, что ты так говоришь? Маяка. Ну, прекрати. Ну, прекрасные отношения между родителем и сыном. Нет. И значит, ну, прекрати. Айдын. Что, вы надо тебе говорить? Нет. Вы? Ну, нет. Мне не надо, но... Ну, неважно, это не суть. Молчи. Молчи. Мисс Обухова, вам... Молчи. Вам надо что-то? Ну, молчи. Я в маркет. Я в Юлман, вам что-то надо? Ну, прекрати. А ты знаешь, что в узбекских семьях тоже на «вы» маму, папу называют? Даже жена... Мужа на «вы» называет. Что это? Молчи. И, короче, это... Достоевский это написал, по-моему, все это. Все на «вы», на «вы». Молчи. И, короче, сын не разрешил отцу продавать. Говорит, это на крайняк. И, ну, я не знаю, как там это. Ну, в общем, как-то ее звали, забыла. У нее армянское имя было. Вот не вру, Арамчик. Чё? Рол модель. Не могу прочитать. Доро конуш. Чё это? А, это ты по-своему там что-то? В общем, вот такие дела. Пошла я курицу сейчас это заварганю и буду спать. Устала. Капец. Спокойной ночи, ребята.